Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и сегодня решил я поиграть за нашего разбойника, за которого уже очень длительное время не играл. А вот, чем решил заняться я? А решил я, значит, заниматься тем, что отправиться на поиски сокровищ. Сокровища, которые нужны для полетов в нашем дренорчике, да? А, так, собственно, что у нас здесь? Вот я вижу по карте, да, что вроде как здесь есть какое-то барахло. А именно какие-то ботиночки. Вот только найти бы их. Какое-то барахло в виде ботинок. Но что-то я не нахожу. Конечно, близы как запрячут. Что вообще ничего не найдешь. Где-то там вот они вот прям рядом. А, вот они, надо же, прям стоят. Так, мне 84. Да, теперь 85. Что это за ботинки-то такие? Ваши башмаки начинают дымиться. Хм. А ну давайте посмотрим. Хова. И чё, и всё? Ну, спасибо. Очень серьезный такой ап. Так, я думаю, что здесь мне нужно взлететь, дабы перебраться вот сюда. Полетел. А здесь у меня тоже два каких-то подарочка меня ждет. Опа. Забазировались. Куда мне? Мне. Куда-то вот сюда. Куда-то так. Потом идем сюда. И, возможно, вот мне вот сюда. Да. Рыболовные снасти. Рука. Скальной хищник там отдыхает. Что это? Заменяет леску на вашей удочке, повышая навык рыбной ловли на 4. Прикольно. One shot. Так. Следующая у меня какая-то бутылка. Не знаю, конечно, где ее искать. Но что-то мне кажется, что где-то в воде. Ну, давайте попробуем. Прыгнем, поглядим. Где оно здесь может быть. Ой, я что-то промахнулся уже. А может и нет, здесь вот какая-то пещерка есть. Да, действительно, он фиолетовый кувшинчик стоит. А это кто? Мурдор. Пьяница. Браток. Дай-ка я на 5 комбо-поинтов заряжусь. И 86 уже. Было 86, точнее, стало 87. Крепкий. Ух ты, блин. Нормально так меня аж повело сразу. Так, окей, что дальше? А дальше мне, походу, вниз нужно двигать. Так, единственный момент бы разобраться, как отсюда-то выбраться. То я молодец. Залез куда-то в самую же. Теперь отсюда выбирайся. Но ничего. Ай-яй-яй-яй. Дайте ж залезть, блин. Вперед! Ну и что, я не могу сюда забраться, что ли? Вы шутите? Давай, карабкайся. Ну, это смешно просто. Да. Ладно, не вопрос. Пойду по воде. В сторону какого-то пляжа. А может, здесь можно? Ну. Ну блин, такая тропиночка. И что она, не? Печаль, тоска. Ладно. Рунайский берег. Так. Ну а здесь хоть мне дадут выбраться? Ага, походу хрен там. И ясно. Чего ж тут-то не ясного? О, что-то виднеется впереди. Походу, а, хотел сказать шатрат, но нет, это не шатрат. Это... Забыл название, но здесь у нас что-то там было у нас интересное. Я не помню, что именно.
Кстати, как тут мой... Блин, я вот смотрю, что-то мой Мурчель как-то, ну, не восстанавливается по здоровью. Это мне не нравится. Так. Ну, кстати, друзья, если знаете, да, если вдруг кто знает, да, о том, как же все-таки лечить питомцев, да, вы обязательно напишите в комментариях. Я был бы крайне вам признателен, на тот счет я сам допереть не могу, а, конечно же. Тю. Друзья мои, писать уже ничего не надо, только что разобрались. Однако, что-то, белка, иди сюда, давай сразимся. Опа, серьезно, сразу же кидаю огонь. Ой-ой-ой. Серьезно. Проряжу тройкой. Бум. Вышел следующий на арену. Его тоже поджарим. О, хорошо он получил. Но мне и в ответ дал. Ничуть не хуже. Нифига себе, 550. Всегда бы так. Блин. Иди сюда, улитка. Есть. Улитка наша. Поджечь. Еще такая музычка, знаете, как с первого Варкрафта. Уж больно она похожа. Так, еще не появилась, да, клетка? Жаль. Свободен. Паучок выйдет? О, вышел. Молодец. Получи. Прорядить. Бух. 369. Неплохо. Добивной. Так, ну а улитка, походу, моя. Да? Да, именно. Ага, тут кулдаун на это все дело, 8 минут. Хорошо, не вопрос вообще. Я пока что побегу дальше пытаться искать сокровища. У меня он здесь на карте. Походу 3 штучки, да, сразу. Даже 4 вот рядом. Сейчас мы попытаемся разобраться, что ж там такое. Добежать бы сначала. Так, давайте, хлоп. Ничего себе, паренек, что ты перепутал. Еще напрягает меня то, что все время случайно на тормока нажимаю. Это, блин, убивает меня. Давайте, 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 все сюда, все сюда. Оба. Подходи по одному. Ну, или не по одному. Жрачка ж где-то здесь должна быть. Где недалеко. Ого, Санрит, что-то это очень знакомый какой-то чувак. Да, фарм петуха. Жесть. Фарм петуха, я когда-то давно с ним фармил. Петуха, жесть. Наверное, он меня и не вспомнит. А может, вспомнить, если написать. Даже и не знаю. Так, ладно, давайте найдем еду. Где она здесь запрятана, блин? Непонятно, что-то. Хм. Так, пришлось загуглить, где эта штука находится. И вон она, вверху. Как обычно. Так, и чтобы за ней до нее добраться, мне будет необходимо немножечко покарабкаться, блин. Так, сюда включим ходьбу. Выключим ходьбу. Прыжочек. Твою за ногу. Далековато я что-то был.
точнее, наоборот. Вот так вот, хоба. Прыжок, прыжок и еще один. И мы на месте, друзья мои. 80... Ух ты ж, засада, а. Че выкинуть? Блин, куча хлама. О. Твою ж за ногу. Нужно что-то выкинуть. Ну что, давайте это барахло. На, ну-ка. Восстанавливает здоровье. На-на-на-на. Эффекта. Прикольно, слушайте. Очень-очень интересная штукенция. Блин. Заюзал случайно ваниш. Но не беда. Так, дальше у меня есть вон еще что-то. Это какие-то тайные камни, да? Да что-то такое. Ну и че, блин, по ступенькам забраться, что ли, не могу. Вообще на приколе. Так, лежать. Обломочки. Давайте попробуем оббежать вокруг здания. Посмотреть. Есть ли здесь что? Угу, понятно, так просто, конечно же, я ничего не найду. Да твою за ногу, а! Блин. Ну как так? О, слов нет. Как мне туда забраться? Ясно. Можете не говорить. Сам разберусь. Как еще по-другому, кроме как заюзать эти, блин, крылья. Хотя можно было, да, забраться, да, цело обойти. Назад. Базируемся. Хорошо. Так, посмотрел я, короче, где эта штуковина находится. Ну, скажем так, немножечко обалдел я. Находится оно в пещере. Хм. Которая находится внизу. И прыгать мы уже так не будем дерзко, ибо рискуем разбиться. Вот в эту пещерку мне. Так. И по всей видимости, моя задача не попадать здесь под эти лазеры. Оу. Хоули щит, а. Ходу. А, ну ничего тяжелого. Я думал, сейчас тут какой-то лютый трэш будет. Но нет. Учит призывать этого питомца. Ух ты. Блин, ну опять у меня проблема со всем этим делом. Удалить нафиг этот осколок. Лежит хлам, который я все никак не... Раз, два. И все. Замечательно. Так, что еще у меня здесь? Луминиус шелл какой-то. Попробуем ее сейчас найти. Где она? Вроде как куда-то понад рекой нужно идти. Сейчас поглядим. Блин, у меня 89 осталось. Ну, точнее, не осталось, а уже собрано еще. Да, на удивление, вот эта штука. И осталось мне десятка. Десятка. 567, неплохо. Но у меня лучше, поэтому дезенчантим. Так, осталось 10 грёбаных сокровищ, друзья мои. Вон вижу один. Light of the Sea. Да, ну погнали туда. Будем надеяться, что там мне удастся быстро получить это сокровище. Хотя, знаете, уже иногда думаю, блин, скоро легион на подходе. Я только удосужился заняться этим поиском. Ну, не поиском, а вообще получением полетов в Дреноре. Потому что я собираюсь все же качать других персонажей, да? Вот, и хотелось бы это сделать
как можно быстрее, но как получится на самом деле, хрен знает. Вот, мы бежим, бежим, бежим. И совсем скоро уже мы прибежим с вами. Как раз мы по портовой инспекции бежим. Вот, сейчас будем уже на месте. Я думаю, мне нужно еще дальше. Ага, вот, думаю, туда и направо. Что прикажешь, командир? Да, пока ничего особо не приказываю. Приказываю двигаться дальше. Идем дальше, не сворачивая. Ах ты ж. Не получилось, не сворачивая. Ваниш. Маунт. Погнали. Элитник. Эх, нет. Смысла бояться нет. Конечно, они все сотых уровней. Поэтому может быть даже... Может случиться так, что придется повоевать. Например, с этим парнишей. Ну, я только всегда рад вступить в бой. Ох ты, блин. Возможно, это нужно было отойти от этого урона, но... Как известно, мы не ищем легких путей. Наношу череду убийств. Сумасшедший урон. И отхил. Да, даже ничего не дропнулось. Печаль, тоска. Так, сокровище, сокровище. Блин, чувак. Ты меня напрягаешь тем, что все время ты... Ну блин, ну как так? Ну нельзя там пройти-то, а? Что за трэш? О, походу мне к этой штуковине свет моря. Вот там я еще кого-то загрел. Не хотел. Но так получилось. Давай, давай, давай. Лежать. Кристаллин взял. Свет моря мой. Здорово, Аню. Так, а что там, кстати, с моими крыльями? Потому что я сейчас планировал вылетать. Кстати, давайте бомбардировку сюда дадим, чтобы они сильно не расслаблялись. Хорош. Так, вызываем маунта и вперед. Мне, по сути, можно сваливать отсюда. Причем я даже не знаю куда. Возможно, правильнее было бы свалить прям домой. Не, в копье войны то сильно далеко. Давайте в мой гарнизон. А с гарнизона сейчас базируемся к... Скажите мне, я вам скажу. К этому, к птичнику. И от него... От него срываемся к... Ну, птичник, где ты? Что привело тебя сюда? Так, а с него срываемся вот сюда, вместо воздаяния. Не буду вас мучить перелетами, поэтому встретимся с вами уже на месте. Так, ну вот мы и на месте. И куда мы стартанем? Я смотрю, вот что-то есть. Правда, не знаю, что это такое. Причем вообще не знаю. А ну-ка. Мда, ну не засчитывается. Прискорбно. Причем очень. Я-то рассчитывал, что засчитается. Ладно, не беда. Не беда, не беда. Крутим-вертим мы. Педальки. Так. Походу надо взлетать. Определенно. Ну, тут серьезно. А, я тут даже когда-то путешествовал. Было время. Было время молодое. Кстати. Можно полететь вот сюда. Почему бы и нет? Только не совсем понятно, куда именно.
Возможно, куда-то сюда. А ну-ка, Gift of the Ancient. Так, ну будем аккуратненько, наверное. Блин, хотя аккуратненько. Аккуратненько, это вряд ли можно сказать про нас. Черт, а. Прыжок! Только не разбиться. Фу, это было стрёмно. Где мое блюдо? Не зря я получил его в знак каких-то там моих поисков. То была бы беда. Роналду зовет. Инв, почему бы и нет? Стальной феникс. Понятно. Наши парни. Так. Опа. Принять. По Пандарии пронесемся сейчас. Ох ты, черт! Ай-яй-яй-яй. Есть. Жив-здоров. Хорошо. Хорошо. Статуи, да? И что тут у них? Блин. Ё-моё. Там плюс на сум попросили, я вроде им дал. Плюсик. Так. Чё эти? По-моему, нужно, чтобы они в разные стороны смотрели все. Или нет? У кого пронесено лидера, да. И чё? Окей, ладно, давайте повернем. Повернем, значит, так. Пусть все в центр смотрят. Ох ты, блин. Жестко. Замечательно. Плюс еще одно сокровище. И сразу его на дис. Так, плюс. Так. Сумонимся. Что ж, друзья, думаю, на этих поисках сокровищ могли бы мы с вами и остановиться. А в следующих сериях, походу, несем мы с вами некоторые подземелья. Обязательно поддержите видео лайками, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. И увидимся с вами совсем скоро. Всем пока!